Всем привет, с вами Прыгун, и мы продолжаем играть в замечательную игру Сибирь 2. В прошлой серии мы вернулись из коридора снов, подтянули наш паровоз внутрь этой огромной ледяной пещеры, в которой располагается деревня Юколов. Ну и самое примечательное событие — это то, что теперь с нами не будет Оскара. Оскар отдал свое сердце и, можно сказать, плоть на возвращение Ганса, на его спасение. Так, и что дальше? Дальше мы поговорили с вождем племени, который сказал, что дальше пути нет, на паровозе ехать не представляется возможным. Однако Ганс все предусмотрел. И что же он предусмотрел? Давайте посмотрим. Здесь у нас какие-то огромные ворота. Что мы здесь можем? По-моему, ничего мы здесь пока не можем. Не знаю. А здесь же определенно какой-то причал. Только зачем он? Не совсем понятно. Так. Где у нас там был наш паровоз? Давайте-ка сходим к нему. А может быть, он нам что-нибудь подскажет. Кунукмак тук-тут. Понятно. Мы запомним это обязательно. Не переживай. Да, Оскара нам будет не хватать, правда? Ну, как выразился вождь Форель, медведь поймал форель, судьба состоялась, да? Что-то вроде такого. И что мы здесь можем? Столько механизмов, и ни один не работает без ключа. Без машиниста поезд не поедет. А подождите, у нас есть ключ. И куда нам его? Я не вижу здесь фирменного отверстия под ключ Форальбергов. Непонятно. Так. Что это? Это что такое? Не получается. Что сделали? Так. Тут у нас манометр включился. Не получается. Не получается. Не получается. А что дальше делать? Не получается. Не получается. Не получается. Да все получится, не переживай. Все получится. Не получается.
Так, это она у нас спряталась. Какая-то не получается. Фиговина. Не получается. Не получается. Странно. И что нам делать? Не получается. Что это такое? Но это мы набрали угля из тендера. А что нам это все дает? Включился второй манометр. Так, погоди. Что происходит? Кунук-мак, тук тут. Единственное, что хочется сказать в этой ситуации. Мы пошли на взлет. Так. Что это такое? Ну что, больше нам на паровозе делать нечего. Ладно, железный ты наш конь. Похоже, что придется нам с тобой попрощаться. Было приятно на тебе путешествовать. Пойдемте посмотрим. По-моему, это как раз что-то возле причала было. Ну да. Так это похоже ковчег. Так, нет. Давайте посмотрим. А, вон уже и этот вождь племени, вижу, стоит. Сейчас мы с ним тоже поговорим. Добрый день. Привет. Привет, Кейт Уолкер. Так. Мы должны отправляться в дорогу, великий вождь. Ты уходишь. Я никогда не забуду, как вы меня выручили. Может быть, ты вернешься однажды, если хочешь. Спасибо. Спасибо за все, великий вождь. Так, что ты скажешь про ковчег? Мы поплывем в этом ковчеге. Лодка, Юкол, крепкий. Ты плывешь хорошо. Да уж хотелось бы. Что про Ганса? Ганс немного собрался с силами после своего преображения. Последнее путешествие, Ганс Фаральберг, теперь уже недалеко. Я знаю, знаю. Всегда идти за свои мечты, Кейт Уолкер. Да, добивайся своих целей, правда? Что ты скажешь про великие ворота? Скажите, вождь, вы можете открыть ворота в море?
Кейт, бери, друг Юки, и вернись ковчег. Великий вождь откроет ворота. Спасибо. Попутный ветер тебе, Кейт Уолкер. До свидания. До свидания тоже, Кейт Уолкер. Так, давайте сходим на ковчег, посмотрим. Нам нужно вернуть Юки, а как нам это сделать, если у нас есть нет рыбы? О, это уже Ганс стоит здесь. Ганс, вы готовы двигаться дальше? Не хватает только твоего друга Юки. Вы хотите взять с собой Юки? Он может нам пригодиться, Кейт. Ну ладно, пойдемте тогда за Юки. Голос изменился у Ганса. Такое ощущение, что он теперь не совсем Ганс, да? Все-таки частичка Оскара в нем осталась. Какой-то он более адекватный, что ли, стал. Вменяемый. Где же у нас тут были? Был загончик Юки. А вот он. Где тут наш звереныш? Так. А этому только дай побегать. Пойдем. Так, нам теперь сюда. Дальше будем путешествовать уже на другом транспорте. Удобный был поезд у нас. Эксклюзивный. Ну что, прощайте, Юколы. Привет. Привет, Кейт Уолкер. Ну и пока. Мы пошли. Давай! Теперь уходи быстро! Итак, мы продолжаем путешествие. Теперь уже мореплавание. Красота какая! Красиво! Сэр, на третьей линии детектив Кантен. Сказать, чтобы перезвонил? Не надо, Джесси. Соединяйте. С вашего позволения. Кажется, с ним что-то не так. Кантен! Кантен, вы где? В настоящем аду, Марсон! Просто в аду! Я пас, Марсон! Мы ее не найдем никогда! Кейт Уолкер ушла! Ушла совсем из этого мира! Ей уже не поможешь! Буду выбираться отсюда! Значит, получили мы в итоге хрен с маслом? Вот именно, точно! Что ж, прощай, Кейт Уолкер! Контент слился. Что стряслось-то? Так, подождите. Мы можем зайти внутрь?
Что у нас тут? Ничего не поделаешь, заперто. Какие звуки? Юки всю дорогу проспал. Хорошо. Больше нам здесь ничего не пригодится. Так, пошли тогда наверх. Юки храпит еще так. С подсвистом. Устал. И давай. Так, а что у нас тут? А, Ганс, это... мы Ганс. Уже на месте, да? Нет. А где же тогда? Где-то. Мы налетели на прибрежный лед. Течение нас больше не несет. Должна же быть какая-то причина. Пойду посмотрю, в чем дело. Я скоро, Ганс. Так, хорошо. А что мы можем? Как нам выбраться-то? Подожди. А, вот. Дина с сотнями пингвинов. Пойдемте посмотрим. Такие огромные скелеты, ничего себе. Интересно, каким же животным они принадлежали. Интересно. Нам нужно сдернуть этот якорь. Получается. Так. Что тут? Бивень нарвала. Это получается нарвалы. Огромные киты. Так, я все правильно думаю. Хорошо. А зачем все это нужно было? Наконец-то я от вас отделался, Кейт Уолкер. Не понял. Черт, что за... А нет, чертова лодка застряла! Откуда взялся этот кретин? Я все-таки очень жалею, что... Еще в Романовске мы ему морду не набили. Все-таки правильно говорят, куй железо, пока горячо, да? Сколько он нам пакостей сделал, этот придурок? Что нам теперь делать-то? Дела, дела. Что-то я вообще не понимаю, что нам делать. Ха. У нас до сих пор еще бивень. Так что нам, надо опять якорь этот сорвать, что ли?
Он же уплывет. Да нет. Куда нам лучше идти? Что здесь? Нет. О, матрешка. И что нам это дает? Эй, ты! Угу, так они тебя и поняли. Эй, ты. А, они нам здесь, наверное, проход освободили, да? Сейчас глянем. Побежали. Ну да. Что мы можем? А, понятно. Сейчас мы на льдине. Плывем к нашему кораблю, как я и думал. А, у нас тут есть дверка. Хорошо. Хорошо. Что это все дает? Вот что держала дверь. В тот отсек, в который была закрыта дверь. И чего теперь? Странно. Нет, так не пойдет. Там у нас больше ничего нету. Подожди. Ничего не происходит. Ладно. Что тут? Что это за рисунки? Это как созвездия какие-то, что ли? Не знаю, было бы неплохо зарисовки сделать. Что это все значит? Что нам это все дает? Так, мы тут больше ничего не можем взять. По-моему, нет. Это то же самое, да? Так. Ладно. Ничего так ничего. Что же нам делать? Давайте поговорим с Гансом. Ганс, с вами все в порядке? Да, в порядке. Вы не ранены? Нет, он заставил меня спуститься сюда. Больше ничего. Ничего, Ганс, мы от него отделаемся.
Так, ладно. Юки всю дорогу проспал. Пошли наверх. Что я за дура? Иван сюда пробрался. Так, что это у нас тут такое? Похоже на механизм для остановки ковчега. Похоже на мех... Так, ну это якорь, да? Зачем нам костяной крюк? Может, мы его можем повесить на тот трос, который свисает? Или нет, нам туда. В той комнате, в том отсеке. Похоже, мы спасены. А что нам дает парус? Как он нам может помочь? Ага. Оно самое? Отлично. Сейчас его пингвины заклюют. Порвали и поугарали над ним. Ну и хорошо. Пускай остается здесь. Что, мы приближаемся к Сибири, наверное, да? Куда мы с вами приплыли? Где мы? Куда пошел Ганс? Совсем понятно. Давайте сходим сюда. Интересное место-то какое. Прямо тропики какие-то. Кто это? Добрый день. Опа. Мертвец. Медальон Юколов. Интересная штука. Интересно, кто это такой? Не та ли это экспедиция Юколов?
которая была отправлена на ковчеге вместе с мамонтами для поиска более подходящего климата для них. Кажется, что мы уже недалеко от Сибири. Это тоже какая-то деревушка, что ли? Сейчас посмотрим этот ящик. Ну да, тоже вон какая-то статуя мамонта. Плитка с иероглифом. По-моему, иероглифы такие же, как на медальоне. Ну да. Ладно. Ладно. Знаете, давайте будем эту серию тогда уже заканчивать. По времени она подошла к концу. Серия получилась довольно-таки интересной, мы продолжили свое путешествие, несмотря на все эти трудности и неприятности, с которыми нам пришлось столкнуться. Ну и прибыли в очередное интересное место, в котором будем разбираться уже в следующих сериях. Так что всем большое спасибо за внимание и просмотры. Подписывайтесь на канал. И всем пока, до скорых встреч!